сегодня в этом зале. Многие из вас знают, что... Спасибо. Спасибо, что в нынешнем положении дел для меня концерты редкость, и к каждому я подхожу очень особенно. И сегодня очень особенный концерт, поверьте мне на слово. И для меня, и для вас. И следующая композиция будет посвящена городу, в который я влюблена, и, собственно, этому настроению, и будет посвящен весь вечер настроению любви, настроению путешествия. Мы с вами будем путешествовать по волнам памяти, географии. По волнам амнезии предлагает Владимир. Ну, в общем, давайте на борт. Мы отправляемся в мой Париж. Thank you.
Ты над вечностью паришь, мой Париж. Так светло грустишь, то смеешься, то молчишь, но о главном говоришь, мой Париж. От мостов до крыш, только взгляд. Владимира Нестеренко, прошу, пожалуйста, аплодировать себя. Великолепным музыкантом я их всех представлю чуть позже. Сегодня был непростой день для меня. И я всегда стараюсь быть честной и в собственной жизни, и в публичной жизни, и в концертной жизни. Я вам говорю, как есть. Сегодня я через вот тернии к вам, но к вам как к звездам. И спасибо вам еще раз огромное, что вы пришли. Просто поаплодируйте себе, чтобы я слышала, что вы здесь. Спасибо. И сегодня вы мне дарите нечто большее, чем просто присутствие. Вы мне дарите веру в то, что... Ну, что... Подари мне только и всего нежный трепет сердца своего. Меряется любовь, благодать.
Спасибо большое. А сейчас будет премьера же, да, я так понимаю? Ага. Что у меня все по порядку, даже если я не смотрю, я все равно должна немножко подглядывать, в смысле для своего. Сейчас, подождите секунду. Я нашла. Нечего хлопать-то, сильно. Итак, сейчас прозвучит в моем исполнении, ну, мне кажется, самая интимная песня, которую мне доводилось петь, авторство Новосадович. Новосадович выйдет на эту сцену неоднократно сегодня. И я хочу сказать следующее. 4 года не прошли даром, и все еще возбуждаю автора. Итак. Премьера. Please.
просто бывает так, написана программа, а энергия течет сама по себе, и мне кажется, очень грамотным продолжением будет призвать на эту сцену моего в какой-то степени кумира стиля, человека, которого я уважаю, обожаю и очень тонко люблю, Аслана Ахматова. Но он выйдет не сразу. У нас такая вот драматургия. Вы его ждите, трепещите. И мы споем одну из, на мой взгляд, очень таких сильных вещей на высоточку. У него все сильные, но вот это почему-то очень близко мужчинам именно. Мне очень часто пишут мужчины: спасибо за эту песню. Я передаю вам сотрудничество, спасибо. Ну, в общем, неосторожные фразы в дуэте со Славой Ахматовой. Осторожные фразы.
Не хочется терять вот эту вот ниточку. Давайте. Аслан Ахмадов. Thank you.
ну, неприлично как-то. Новосадович Садо Ибн Садо. А у нас сейчас тайна. А у нас сейчас премьера песни. Премьера дуэта. Ну, поддержите нас, ну что вы? Нет, это все замечательно, все прекрасно. Как здесь светло. Мне там так хорошо сейчас было в этой зале. Они красиво спели со Асланом, да? Добрый вечер, кстати, ребята. Не, я сейчас тоже пытаюсь не облажаться, но... Для тех, кто получится. Не знает, хотя, мне кажется, таковых здесь не имеется, автор всей программы. Спасибо. Надежда Новосадович. Садо. Ибн Хаттаб, да, это я. Ну, а сейчас будет премьера... Очень. Если вы до сих пор не поняли, сейчас будет премьера песни. Мы споем ее вдвоем, с Волковой. Вы поняли это? Она еще раз пять сейчас вам скажет, а вот сейчас будет премьера, и вот сейчас, наконец-то, будет премьера песни. Вы поняли? Вот почему я ненавижу с ней вместе выступать? Надо затыкать, я уже отдельная, состоявшаяся. У вас тут был интим, да, извините. Да. Не, мы сейчас продолжим, сейчас я... Давайте. На басовые ноты выведу. Создам иллюзию, так сказать, интиму. Да. Давайте вы нам немножечко поможете, знаете, как вот так? Если далеки, помни,
премьера песни только что была. Спасибо всем, доброго вечера. Заводит микрофон и всех людей. Давайте голубей. Давайте. А сейчас будет не премьера, но песня, которую решение которой я придумала на репетиции. Парни немножко сопротивлялись, но в итоге все осталось как есть, и мне кажется, чего это? Вы вообще как? Вы там не за... Ой, я смотрю, спят люди. Класс, да? Может, еще колыбельную? Она будет в программе, но чуть позже. А сейчас... Можем. Мы граничим не приказ, ты почти.
Пшеницын, Артем Юрлов. Имею честь выступать с такими музыкантами. Спасибо! Маленький кораблик наших снов.
Следующая композиция стала, наверное, одной из знаковых вообще в моей судьбе. И ее именем назван альбом «Шепотом». Я кланяюсь до земли, где бы ты ни был, о, автор Новосадович, за эти песни, которые до сих пор мы не имеем никакой радио и телевизионной поддержки, но мы имеем сарафанное радио по городам и селам, и мне пишут люди из разных уголков страны, цитируя песни, исполняя их, записывая на айфон, присылая какие-то скетчи на тему. Мне это очень дорого, потому что, слава Богу, благодаря интернету сейчас музыка может жить вне формата. И не так давно, на излете 2015 года, я пела эту песню с детьми у себя там в деревне Новым Волоком. Я просто их всех собрала и приказала им закрыть глаза. Ну, в смысле, попросила, но я была королева такая сказочная. И приказала им: закройте глаза. Все закрыли. Их хватило на куплет. Только одна девочка, кореянка, до последнего сидела с закрытыми глазами, и она вообще со мной летала, я ее чувствовала, и это было, конечно, какое-то волшебство и что-то, ну, вообще сверхъестественное. Поэтому Владимиру не даем микрофон, потому что он любую серьезную речь превратит в comedy-battle, где я совершенно не соперник. Поэтому давайте сделаем так. Буквально на какое-то время я вас попрошу вместе со мной, может быть, на куплет, наверное, закрыть глаза. Давайте вместе полетаем, пожалуйста. Спасибо.
Спасибо. Ну вот, я в конце программы и раскачалась, оставив все свои эти делишки, знаете ли, такие бывают, всякие делишки, которые мешают, ну, сосредоточиться на главном. Но у меня сейчас тоже есть делишки одного пола, мальчик и мальчик. И тоже мальчик, да. И они, ну, не то, что им мешают. Они мне не мешают, конечно, не мешают. Я хочу делать карьеру, они мне не мешают. Они просто мои сыновья, маленькие, два пупсика. Нет, я их очень люблю. Они появились тогда, когда нужно было. Это мой духовный рост. Но я не перестану петь. Пусть это будет редко, но я все равно буду выходить на сцену. Потому что так надо и для них в том числе. И сейчас будет премьера песни, которую мне подарил прекрасный мальчик Сережа Филиппов. Он пишет для половины нашего шоу-бизнеса, ну, такие всякие танцевальные, попсовые вещи, очень глубокие вещи пишет. Но для меня он просто... 2 года назад, наверное, мы где-то с ним пересеклись на площадке, и он сказал: «Аня, вы знаете, вы одна из моих любимых певиц». Я говорю: «Серьезно, мы с вами не знакомы, как приятно, черт побери». И он говорит: «А я очень хочу для вас написать, но пока не знаю, что». И, в общем, он не знал, а сейчас это совершенно вот оттуда песня, потому что, когда мне присылает автор песню с комментарием, она родилась. Лови, дарю, пой. Я такую песню не смогла пока для своих мальчиков написать. Ну, в общем, извините, но колыбельная. Thank you.
Тем, как мы все пойдем домой, мы с вами сейчас будем подключаться друг к другу как никогда, потому что мы будем петь вместе. Сейчас будет песня о любви. До этого это были в жизни так, серьезные песни. А сейчас я хочу... Погнали!
Oh,
Нужно посоветоваться. Хорошо. Я сегодня не буду сопротивляться, честное слово. Но сначала я спою песню, которая гимн, которая вот, ну, как вот, я не могу ее не петь. Вот. Вероника Михайловна Тушнова. Слова. Скромная музыка моя, аккомпанемент прекрасный. У рояля Владимир Нестеренко. Она есть. Что вам за это на грядущую вообще неделю, месяц, год. Я прилипла прям к этим цветам. Она есть, и есть, она здесь.
бессменный и бесстрашный. Дарья Дмитриевна! Вроде как пообещала не исполнять в синематографе, но по просьбам и во имя. Пожалуйста, Надежда Новосадович, Паромщик. Болтай. А я не могу так, я же не разговорного жанра артист. Ага. И вот сейчас, за долгие годы нашего сотрудничества, наконец-то я расскажу вам правду. На самом деле, знаете, у меня очень странное чувство всегда, когда так случается, я попадаю на концерты к Анне Волковой. Я понимаю всю пикантность ваших смешков. Суть не в этом. Дело в том, что так случилось, что Аня Волкова, будучи абсолютно неизвестной никому особой, собрала к себе в альбом самые сильные женские песни, которые небо мне подарило. Я не являюсь, грубо говоря, генератором, что ли, да? То есть мне приходят какие-то мысли, мне приходят какие-то чувства, которые я передаю в музыке и слове. И Анна Павловна... Тогда у нее было на это право. И она это все, значит, как-то так... крепкой вот северной рукой беломорской, она сказала... Это... Помните, как про того динозаврика? Это все мне, это мне. А вот это особенно мне, ну это так вообще... мы. Вот, было приблизительно так. И на самом деле мне было в момент нашего не общения творческого с Аней, мне было... достаточно дискомфортно по одной единственной причине. Настолько привыкло мое ухо к ее тембру в этих песнях, что мне достаточно сложно было представить другую, не менее талантливую, красивую. Вот да. Такая истерика со мной тоже иногда случалась. Она была недолго, да, бывала. То есть другую какую-то исполнительницу мне представить было сложно. И знаете, в чем, как я сегодня послушав концерт, правда, вот в позе раковой, я прошу прощения, сбоку, то бишь, но и ходя туда в зал специально слушать, публично сейчас признаюсь, прекрасный дуэт со Шланом. Спасибо. Мне понравилось. Мне понравилось. И сейчас при свидетелях. Я говорю тебе, Аня Волкова. Нет, наша жизнь, это было уже, спасибо, пройдено. Нет, я просто хочу сказать тебе, что я горжусь тем, что ты умница и ты не сломалась, это первое. Господь послал тебе двух сыновей. Дай Бог им здоровья, счастья, благополучия, чтобы они росли счастливыми, радостными. И, безусловно, это важнейшее, на мой взгляд, поставить женщины, когда через нее приходит жизнь на землю. Но я хочу сказать тебе, не разменивайся в моей музыке на шоу. Не надо. Вот все, что мы делали, и все, что. И даже сегодняшний дуэт, который мы с тобой спели, новый, это абсолютно очень интимно. Очень интимно. С каждым из них. Не со мной. А вот с каждым из них. И я не знаю, как она умудрилась. То, что она споет сейчас, и то, что так любит публика, этот романс, он был написан не для Нюши вообще, не для нее. Он был написан специально для Евгении Отрадной, певицы. А так случилось, что дыхание этой песни подарила Аня. Почему? Потому что есть... некий magic.
И вот я мечтаю о том, чтобы ты его сохранила. Чтобы остался вот этот вот влажный твой тембр. Потому что когда ты с ними интимничаешь, ну это капец. Звезды падают, это капец. И вот это вот, я понимаю... Сегодня было что-то мимо? Что еще раз? Сегодня было что-то мимо? Это уже технический нюанс, я потом расскажу. Я просто о том, что я следила еще за залом, им так нравится вот этот вот разговор на смятых простынях с тобой, понимаешь? Вот они с тобой за жизнь. Причем неважно, про что ты поешь. Я тебе песню про революцию. А за жизнь это на смятых простынях? А у них, да? В такой форме. В такой форме, как мне кажется. Поэтому, собственно. Вот эта песня, я еще раз говорю, она, извините за то, что был взят такой люфт. Знаете почему? Я вам признаюсь честно. Сегодня Нюша вначале сказала, что она к вам через тернии сегодня. Сегодня через тернии все, включая меня. Сегодня какой-то ад. Был, а не день. Для того, чтобы случился этот концерт, я не знаю, но он случился. И он случился неплохим. Молодцы, прекрасно. Конечно. Анна Полка. А все кто? Все, Анна Полка. Я не знаю, прошу прощения, потому что у меня сегодня гитарка так немножко попала. Сейчас по закону жанра слезы. Ваши голоса. Вы поете, я страдаю. Гитару дай мне.
Дорогие друзья, я искренне надеюсь, что мы с вами увидимся, ну, не в столь скором времени. Я предполагаю, что следующий концерт будет в апреле, 23 числа, мне будет 33 года. Я хочу отметить это на сцене. Что? Если вы не против, то присоединяйтесь, пожалуйста. Я буду очень рада всех вас видеть и очень бы хотела презентовать для вас новые песни. Как вам, кстати, новые песни сегодня? В паутину роскошного мужчину Аслана Ахмадова, я бы, удаляясь, хотела вам подарить возможность еще раз его послушать в дуэте с Новосадович. Песню Ибн Автора в исполнении Аслана. Да. Этим мы и завершим наш вечер кино. Я думаю, что... Спасибо. Я думаю, что вам сегодня было тепло с нами в этом ламповом звучании. Спасибо вам огромное еще раз. Я вас очень люблю. До новых встреч, друзья. Я сейчас не очень понимаю, что происходит. Почему концерт Анны Волковой закрываем мы со Сланом? Я, конечно, понимаю, что Нюша, она затейница. Но для меня, честно говоря, удивительно. Я не нахожу это правильным. Ну, да бог с ним. Так там, да? Редко играю концерты, не помню, живлайна. Кадр первый, дубль второй. Аслан Ахмадов, Дуся Зяблик. Песня Слава, называется же... «Там». Аслан Ахмадов, Дуся Зяблик, гитара, сумасшедшие зрители, Семен Ильич кидает стоп от зависти. Не, давайте. Третий дубль, он как первый, еще. Завязываю с бухом. Вы не расслабляйтесь. Нет.
квадратом они, видишь? И я по квадратам, это нормально. Таковы законы музыки. Да? И все вместе. Там, где тихо всходит луна. О, сейчас стартанули. Там, где облака вышине. О, там, ты как и прежде одна. Что вы хотите услышать? Все для тебя? Володя. Да! А мы готовы? Мы можем? Они уже в плавках, но... Ну, способны, да. Давайте все-таки на какой-то, может быть...
да? Мы вам подсказываем. Гимн уже был. Итак, заключительная композиция нашей программы о любви посвящается всем и каждому. Сейчас мне у барной стойки признавалась в любви девушка настолько красивая, что я, честно говоря, даже не знаю, как сейчас после этого петь, потому что и о любви относится к этому тоже. В общем, о любви всех возрастов, о любви всех полов, всех жанров, вероисповеданий и так далее, и тому подобное. Собою покрываешь. Я мечтаю.
Ольга Автор, Надежда Новосадович.